Всем привет, продолжаем гулять по сюжетам и мифам. Поликсена. Один из последних гомеровских мифов рассказывает, что после победы над троянцами Ахилл решил взять в жены младшую дочь троянского царя Поликсена. Во время бракосочетания брат царевны Парис убил безоружного Ахилла. Стрела Париса, направляемая Аполлоном, попала в пятку Ахиллеса, то есть это то самое единственное место уязвимое на теле героя, которое было, и Ахиллес погиб. После падения Трои, когда греки возвратились на родину, им явилась тень Ахилла, по велению которого Поликсену принесли ему жертву. Такая тоже грустная история, какая-то очередная миф. Надо сказать, что вот как описывает Овидий в «Метаморфозах». Когда подвел пленную Поликсену в гробнице своего отца, девушка гордо сказала: «Время настало пролить благородную кровь. Так не надо медлить, как хочешь, рази». По всей видимости, она говорила это своему брату Парису. Вот такая история. Вот посмотрите, какие есть изображения, скульптуры, картины на тему Поликсены. Пока-пока. Всем привет. До свидания.